23 июня – День полиции. Накануне профессионального праздника более 50 актюбинских стражей порядка стали донорами крови. Они считают, что когда ты отдаешь кровь, ты не просто помогаешь другому. Здесь уже идет речь о спасении человеческой жизни от болезни и даже смерти. Ежегодно в областных больницах проводится более 16 тысяч переливаний компонентов крови свыше 3000 больных. В соответствии утвержденных планов имиджевого и идеологического характера, аналогичная благотворительная акция проводится на планомерной основе. До конца текущего года мы планируем провести акции, подобные этому. Данная акция вообще подразумевает помощь нуждающимся, поскольку здесь путем сдачи крови мы спасаем многие жизни, поэтому для нас это честь и при этом и обязательства. Наша клиника ежедневно нуждается в запасах крови, и мы делаем запасы более чем на 60 доз каждой группы крови, эритроцитов и плазмы, а также 10-12 доз тромбоцитов для онкогематологических больных. Сегодня мы проводим донорскую акцию. Эта акция имеет глубинный смысл. Каждый, кто сегодня сдает кровь, является частью нашего общества, который готов прийти на помощь. Первая группа крови является у нас универсальной группой крови, она переливается в основном для всех групп. Но так как в наши запасы крови достаточно, и поэтому мы одну группу крови переливаем только для одной группы крови, то есть мы не смешиваем группы крови.